Всем привет! Сегодня приготовим салат с овощами, куриной грудкой и тыквенными семечками. Для салата отварим яйца. Для лепешек замешаем тесто. В просеянную муку добавляем растительное масло, соль. По чуть-чуть, добавляя воду, замешиваем тесто. Тесто не должно липнуть к рукам. Даем постоять тесту минут 15. Делим на части, у меня получилось 6 частей. Раскатываем каждую часть теста на тонкую лепешку и жарим на сухой сковороде. Лепешки можно заменить сухариками. Куриную грудку поджарим с двух сторон на масле. Тыквенные семечки промываем под струей воды, откидываем на дуршлаг и даем стечь жидкости. Измельчим салат, нарежем помидоры, яйца, куриную грудку, лепешки. Смешаем, добавляем растительное масло, соль и семечки. Наш салат готов. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока!